Здравствуйте, меня зовут Байборин Олег, и я житель спального района. Каждый день мы с вами сталкиваемся с той проблемой, что нам некуда сходить в шаговой доступности. Нам приходится ехать в соседний район, в другой город, в центр города, для того, чтобы потусоваться, провести время и как-то с пользой его провести. Это поэтому мы придумали решение. Мы решили создать мобильную платформу для проведения праздников. Если вам нужен праздник, тогда наш автобус будет в вашем распоряжении. Это концертная площадка, это площадка для встреч, для проведения клубов, встреч, семинаров. И также это уютное кафе с вкуснейшим кофе. Мы объявляем сбор средств для того, чтобы купить автобус, его модернизировать, оснастить звуком и получить возможность приехать в каждый спальный район. Если вам нужен праздник, тогда мы едем к вам.